Общественная приемная партии «Единая Россия» в Московской области работает вот уже почти 5 лет. Ежегодно в приемную поступает около 2000 обращений жителей Подмосковья. Вопросы разные, но все они очень важны. О том, что волновало жителей Ленинского района во время приема 5 августа, вы узнаете из нашего следующего репортажа. Здравствуйте все. Сергею Викторовичу. Да, Игорь Иванович, какой у вас вопрос? У меня вопрос следующий. Геннадий Прокушев приехал из поселка Развилка на прием к заместителю председателя Московской областной думы с наболевшим вопросом. Когда-то давно чиновники тогда еще Картинского сельского округа сделали ошибку в документах на землю. Ошибка совершенно незначительная. Отчество владельца земельного участка написано неверно. Но теперь Геннадий Григорьевич уже месяц ходит по разным инстанциям, чтобы исправить это недоразумение. В общественный приемный его выслушали и посоветовали, как правильно действовать. Сейчас прояснилось все. Ответили все мне хорошо, и мои действия дальше уже будут целенаправлены, как говорится. А то меня кидали с одного места на другое вот так. Сейчас все нормально. Общественная приемная политической партии «Единая Россия» в Подмосковье открыта с 2008 года. За эти годы поступило около 9000 обращений жителей, и каждое пятое было решено положительно. Точно так же, как и вопрос, обратившийся в этот день Галины Викторовны Кротковой. Жительница города Видное пришла в приемную с просьбой о предоставлении юридической помощи. Используя соглашение с адвокатской палатой Московской области, теперь на судебных заседаниях интересы видновчанки будет отстаивать адвокат, услуги которого не придется оплачивать из собственного кошелька. Общественная приемная – это реально действующий механизм, также по вопросам помощи и в других отраслях жизнеобеспечения. Какие вопросы и с чем приходят наши избиратели? Они те же, что и каждый из нас сталкивается в этой жизни. Это вопросы обеспечения жильем, качества и соответствия тем ценам и тарифам услуг, которые оказывают жилищно-коммунальные предприятия. Это бесплатное обеспечение лекарственными средствами. Это вопросы транспортной, инженерной инфраструктуры. Это вопросы устройства детей в дошкольные учреждения и масса других проблем. Решить все проблемы в одночасье невозможно. Однако практика подтверждает, что помощь, которую оказывают в общественной приемной, многим приходится очень кстати. Елена Бабина, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.